здравствуйте, ребят, рыболовы. Вот кто-то из вас спрашивал меня, как себя чувствует осетр. Вот я вам сейчас хочу показать, как здесь вода. Ну, вот кто знает это место, здесь вот раньше был старый мост и очень симпатичный перекат, я вам покажу. Сейчас залито все водой. Вон, видите, кусты все залиты. Сегодня я посмотрел график по Коломне, по Оке. Ну, где-то почти на метр еще прибыла вода. Так что осетр у нас достаточно полноводный. Ну, спасает то, что построен новый мост. Раньше вот в этом месте работали МЧСники, перевозили на лодке, на катерочке людей из деревни. Вот такая вот красота. Рыбаки все равно уже сидят, что-то ловят. Сейчас пойдем узнаем. Ну вот, рыбакам все равно не имется. Хоть по такой воде. Ну что, поклевывает уклейка. Больше-то, собственно говоря, ничего нет. И ждать-то нечего. И ловить условия достаточно сложные, ребята. Ну вот спасает от всего этого вот этот недавно построенный мост. Здесь теперь проблем никаких. Вот с моста вот такая вот картина. Прибрежные кусты все залиты. Вода мутная, грязная. Он несет всякую грязь. Так что, ну что, понятно, что осетр связан с Окой. Пока в Оке высокая вода. Высокая вода будет и здесь. Ну вот, все, что вы просили, коротенько я снял. В общем, смотрите. Сидят люди, воздухом дышат. Ну, а я пока с вами прощаюсь. Ни хвоста вам, ни чешуи. Подписывайтесь на мой канал. И удачи вам. До свидания.